Звезды свое влияние оказывают не только на людей, но и на лошадей. Поэтому, если вам нравится тема гороскопов, предсказаний и совместимости, вам будет интересно, вам именно сюда. И сегодня мы рассмотрим, какие они кони и кобылы, а также ослы и мулы, рожденные под знаком Девы. Животные, родившиеся в конце августа и в начале сентября. Знаки Земли. Лошади и ослы Девы – приземленные, стабильные, надежные существа. Девы-кони очень умные. Стоит 2-3 раза с высокой точностью показать зверю Деве, как и что нужно делать, и эта лошадь или осел будет выполнять это действие самостоятельно, вплоть до того, что уже и не переубедишь сделать по-другому. Лошадь Дева будет очень переживать, если что-то идет не так. С таким животным вам придется жить по графику и исполнять все так, как привыкла Дева. Если у вас одно животное и оно по знаку зодиака Дева, вероятно, вы уже заметили, какой порядок царит у этого животного в его владении. Будь то денник или вольер, короче, территория Девы-лошади находится под контролем. И опять же, если вдруг вы попытаетесь что-то изменить, сильно огорчить Деву, возможно, она сама в дальнейшем вернется на свои места. Если вдруг еда у лошади или осла Девы раскидана вокруг кормушки, то это не от хулиганства, просто, скорее всего, эта еда непригодна для потребления, и не стоит ее класть обратно в кормушку. Рабочие лошадки Девы готовы служить хозяину, но в то же время они не переусердствуют. Осторожные, с развитой интуицией животные, в меру пугливые, предпочитают комфорт в конюшне, чем беготню и хаос. Хрупкая с виду спокойная лошадь или ослица Дева на самом деле отличная и отважная мать, в случае чего не даст себя в обиду и защитит своего ребенка, даже если противник будет крупнее ее во много раз. Не зря ж говорят, в тихом омуте черти водятся. Это как раз про дев, ослиц и лошадей. Кони и ослы девы, пусть и без искры в глазах, но это надежные животные во всем. Этим животным свойственно анализировать, прежде чем тратить силы на что-либо. Вот такие они лошади, ослы и мулы, родившиеся под знаком зодиака Дева с 21 августа по 20 сентября. Подпишитесь на канал Family Farm Tube. Больше подписчиков, больше видео. И лайк, чтобы сделать мне приятно.